видископ. Для меня тоже было сюрпризом немножко по поводу организации. Мы готовились уже просто проводить чемпионат под федерацией, но в последнее время президент федерации нашел все-таки возможность, и, как было сказано на собрании, что он один из инициаторов создания лиги. И я так понимаю, поддержка со стороны того же экспорт-канала. Я не очень уверен, кто там еще участвует, не было еще сказано определенно, но это хорошо, что нашлись люди, которые будут поддерживать хоккей. Со стороны же лиги будет немного другое совсем организация лиги. Клубы не участвуют в организации, участвуют в этом как бы профессионалы или люди, которые знают хоккей, знают, как проводить это соревнование. И поэтому будет, мне кажется, будет немножко другое отношение между клубами и лигой. То есть клубы должны быть, иметь желание, во-первых, играть, и, во-вторых, обращать больше внимания на свои внутренние проблемы, а не пытаться управлять лигой. Я поверхностно слышал о том, сколько будет матчей. Только знаю конкретно, что действительно «Экспорт» является одним из спонсоров или поддержкой этой лиги. Поэтому они собираются показывать чемпионат Украины. В каком объеме, это уже их не самое будет решение. Мы будем делать, скорее всего, это мое видение, как делается за рубежом, что матчи, если нужно, то они переносятся под телевидение, потому что телевидение задает тон. Если, может быть, там задают, платят деньги, то здесь просто поддерживают. То есть мы будем действительно обращать внимание на телевидение для того, чтобы освещалось как можно лучше. Витископ. Спортивное видео.